Привет всем! Вы на канале Leonardo the American. Ой. И мы открываем подарки после нашего дня рождения. Следующий подарок наш. Let's climb up high to help. Пожарка с 25 звуками. Какие здесь есть звуки? От компании Little People. Hurry up. Пожарка, как она звучит. Нажимай еще. Еще что-то там покрути. Jump in, buddy. Завелась. Let's use the hose to put out the fire. Столько песенок, но мы все их не рассмотрим, мы потом уже будем играться когда-то в детстве, а сейчас пока смотри сюда. Вот еще подобная машинка какая? Садись, папе, на ручки. Что мы видим следующее? От кого же этот подарок, я пытаюсь вспомнить. Это Dirt Digger или Front Loader. Это такой трактор, который ввозит грязь, песок. Ты набираешь и высыпаешь. И он так высоко поднимается. Такой классный трак. Little Light Tyke. От компании Little Tykes. Оранжевый. Классный или не очень? Не очень. Не очень? Не очень. А почему тут не тут, а правильно, очень. Спасибо, тот, кто нам подарил. Обращаемся к следующему подарку. А вот подарок. Маленький подарочек. Маленькая машинка from Cars. Посмотри, лицо. В машинке есть face. Глазки. И ротик, и носик. Тоже пожарка. А где твоя большая пожарка? А вот твоя большая пожарка. Смотри, у тебя сейчас, Лео, три пожарки. Раз, большая. Маленькая, два. И средняя. Три. Up, up, up goes the ladder. Поехали спасать. Давай пожарки будут все вместе лежать вот здесь. А следующий наш подарок будем смотреть. Number ball. Смотри, здесь много чего можно делать. Тут плюс, минус, умножить, поделить, равнять. Это чистая математика. Для какого возраста? 3 и плюс. Так что у нас будет чем заниматься. Будет! Будем заниматься математикой. Следующий подарок нам подарили. Marbolos. Это такая штука. 48 pieces. 44 кусочка. Ой, 48 кусков пластмассы, из которых мы делаем такие прикольные штуки, что будет шарик ездить по всему. Мы будем строить, да, потом это? Будем? Будем строить. Окей. В сторонку. Потом. Куча яиц. Egg hunt with candy. Много яиц. Мы откроем это чуть позже. Сейчас мы просто рассмотрим подарки. Здесь у нас preschool paint stick and learn. Здесь вот эта очень умная штука от возраста от 3 до 5. И здесь у нас, вау, сколько много вещей. Два журнала. Смотри, Лео, вот тут классно. Смотри, тут надо, тебе будет задача пройти, как змея пролезет до яблочка. И вот так надо ехать, ехать, ехать. Тупик. Ехать, 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 ехать. Тупик. Съела яблочко, молодец, змея. И тут очень много развивающих вещей, наклеек. Ну, в общем, это уже начинается школа. А вот это, иди сюда. Вот
это ключики. Мы сейчас будем строить, ну чуть позже, как делаются ключики. Или как строить вещи. Классная штука, смотри. Такой ключик, гаечка. My toolbox. Инструмент, Лео, это твой собственный инструмент. Смотри, там гаечки плавают. Спасибо тот, кто подарил. Очень классный подарок. Очень. Лео, сейчас мы откроем. Мы сейчас откроем. Мы откроем его следующим и будем что-то строить. Мы сейчас просто хотим пробежать по нашим подаркам в общем. А потом... Alphabet and numbers. Что здесь? А, вот это пазл. Смотри, Лео, пазл. Нужно составлять буквы по алфавиту. Ты уже знаешь алфавит? Какая это буква? Это всё. Это Z. А какая это буква? Q. Молодец, будем строить. И предпоследний подарок, а нет, еще не предпоследний, ну подарок огромный. Mega washable paint. Мега огромная моющаяся краска. Смотри, здесь целый инструмент. Ролики, валики, кисточки, краски. Тут целый и рулон, на котором рисовать можно будет. Вот это подарище для художественного человека. Но это от 5+. Так что посмотрим, Лео, потянет ли эту игрушку. И предпоследняя игрушка. Еще одно большое кока. Как Лео называет? Или яйцо. Опять мига. А теперь, Лео, иди сюда, мы открываем интересный подарок. Иди сюда. Вот это крутой подарок. Honey Bee Tree. Будем играться от какого возраста? 3 с плюсом. То есть, Лео, ты можешь играться в это. Смотри, пчелки, дерево. И нужно, чтобы пчелки выпадали с дерева. Очень классная игра, мы будем ее играть чуть ли не сегодня. И самый... А вот еще. Машинка из серии Cars. Она превращается в другой цвет. С оранжевого в красный, если она попадает в воду. Классно, да? А вот это? И самый последний подарок. О, это не последний, предпоследний. Давай сначала начнем с этого. Вот это классная штука. Мы ее сейчас будем открывать и будем рисовать. Но сейчас просто обзор. Это от наших днепропетровцев, друзей, которые переехали. Лео, это картинки рисовать. Видишь? Нажимаешь и стираешь. Очень, я всегда хотел такую Лео купить. И последний мега большой подарок. Что это? What is this? Roller blades, ролики, колесики. Открываем. Распечатываем. И вытаскиваем. Вау! Что это? Лео, что это? Это, наверное, на возраст 5. 5-6 лет, но мы попробуем тебя одеть. Давай. Вставай. Давай ножку. Давай. Классно! Вторую. Аня, can you please take care of camera? Make sure it's good. Wow! Made this! We're on our way to the rescue! Давай, Лео, ножку еще одну. Засовывай ее, засовывай. А, тут что-то мешает, да? Все, поехали. Лео, ты едешь, а если ты хочешь затормозить,
Тебе надо просто поднять эту ногу, и ты будешь тормозить. Окей? А теперь поехали к камере и попрощаемся со всеми. Дорогие ladies and gentlemen, дорогие друзья и гости, подписчики. Всем спасибо, что были с нами. Открывали с нами все подарки. Всем спасибо, кто подарил нам подарки. А если вы еще пропустили наше день рождения, как оно выглядело в бассейне, найдите под этим видео ссылочку «День рождения». Всем спасибо. Увидимся уже, когда будем открывать эти подарки по индивидуально. And right now, Лео не налюбуется своими роликами. Друзья дорогие, right now давай со всеми попрощаемся. Спасибо всем, что вы посмотрели с нами видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А теперь снимаем ролики, то что ты еще маленький.